Ребят, всем большой привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Сегодня мы с вами говорим про недорогие часы от компании Blackview, это Blackview X1. Потому что давайте по чесноку, вот это самсунговские Watch 3, стоит 35 тысяч рублей. Это новые часики от Huawei, под названием Huawei Watch GT 2 Pro. Их стоимость 30 тысяч рублей. Металлические часы от Blackview стоят 3-4 тысячи рублей, в зависимости от того, где вы будете их покупать. Я, естественно, оставлю ссылку на часики Blackview X1 внизу в описании, так что сможете перейти по ссылке и посмотреть. Почему же вот эти часы от Samsung и Huawei стоят по 30 тысяч рублей с лишним, а Blackview стоит 4 тысячи рублей? Ну, здесь, во-первых, очевидно, да, что Samsung и Huawei — это бренды, и мы переплачиваем за бренды. То есть, гипотетически, если предположить, что Blackview сделали бы часики такие же по начинке, как на Samsung и Huawei, то они бы стоили бы, наверное, тысяч, ну, может быть, 15, а может быть, 12. Но на самом деле в Huawei и в Samsung функционал часов, он, знаете, такой немножко излишний. Это прямо мини-компьютеры, которые находятся у тебя на запястье. Кому-то это нравится, кому-то хочется, чтобы часы просто были часами. И самое главное, чтобы они долго работали. Blackview — это как раз такие часы. Они водонепроницаемые, они 24/7 будут работать, измерять ваш пульс. Когда вы будете спать, они будут измерять ваш сон. Когда вы будете двигаться, они будут измерять ваши шаги, будут измерять ваши калории. Ну и самое главное, со всеми включенными функциями от одного заряда они будут работать в районе 10 дней, а может быть даже и больше. Так что давайте я вам расскажу свой опыт использования Blackview X1. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Знаете, какая интересная ситуация? Когда ты рассказываешь про Blackview X1, люди думают, что ты занимаешься рекламой. Причем пишут, зачем ты рекламируешь вот эти непонятные часы. Когда ты рассказываешь про Samsung, никто не пишет, что это реклама. На самом деле, друзья, все совершенно не так. И компания Samsung, и компания Blackview, и компания Huawei, все эти компании приходят к более-менее нормальным каналам, говорят, возьмите, протестируйте, расскажите людям правду о наших гаджетах. Все эти компании предоставляют на тест свою продукцию. Так что не надо думать, что типа ты Blackview рекламируешь, а Samsung не рекламируешь. И Samsung ты тоже рекламируешь, и Huawei ты рекламируешь. Платили тебе за это или не платили, не суть. Ты делаешь некий обзор, считайте, что это реклама. Чем же интересны эти часы? Ну, во-первых, как я сказал, у них очень хороший функционал. Они работают долго, они водонепроницаемые, они выглядят достаточно хорошо, у них более-менее яркий дисплей. В целом, есть какой-то функционал, которого вам должно хватить. Уведомления, все остальные дела. Поставляются они вот в такой беленькой коробке. Внутри у нас есть сами часы. Также у нас есть гипоаллергеновые ремешки, причем они двух видов, черный и рыжий. Рыжий прям очень такой приятный. И есть зарядка, при помощи которой можно заряжать ваши часы. Заряжаются часы порядка 2 часов, но, как я уже сказал, будут тратиться они в течение дней 10, а если вы выключите мониторинг, пульс и все остальное, они, знаете, и весь месяц проработают на вашей руке. По сути, на самом деле, более-менее конкурентами этим часам является что-нибудь от Xiaomi, типа там какие-нибудь Amazfit'ы, но все эти Amazfit'ы, они тоже стоят 6, 7, 8, 10, 12 тысяч, там Stratos какие-то, еще что-то. А здесь часы в металлическом корпусе, которые, знаете, что прикольно, они выглядят в моем представлении дороже, чем работают. То есть они работают неплохо, но выглядят вообще хорошо. Если бы у них еще внутри функционал был бы какой-то получше, если бы у них экран был бы еще с большим разрешением, вообще было бы отлично. Но я эти часы, знаете, в каком ракурсе вижу? Если вы не хотите покупать браслет, например, Mi Band 5, ну потому что он выглядит как-то, ну знаете, не по-мужски, ну как-то не мужественно, не круто они выглядят, то можно смело купить вот такие часы. Это тот же самый Mi Band, только с большим дисплеем. Они выглядят как часы. На них приятно посмотреть. Ими приятно пользоваться. Да и вообще, честно говоря, часы, в мое представление, гораздо прикольнее, чем фитнес-браслет. Сзади у нас пластиковая крышка, там же есть датчик измерения пульса. Спереди у нас стекло, причем оно вровень с безелем. И это очень прикольно, потому что, например, на самсунговских часах и вообще, в принципе, так, в обычных часах дисплей немножко утоплен, дабы его не царапать. Но здесь сделали такой дизайн, и мне он нравится. Весят эти часы 40 грамм, и их толщина 11,8 мм. Знаете, я бы сказал, что вот самое оно. Они не очень большие и какие-то не маленькие. Сверху покрыто все Gorilla Glass 3-го поколения, и разрешение у этих часов 240 на 240. Да, пикселей вы будете видеть. Здесь можно регулировать яркость. Также у нас есть 4 дисплея, которые вы можете менять простым и легким движением сверху вниз. Я бы сказал, что на самом деле это немножко необычно, потому что обычно сверху вниз ты переходишь в какие-то другие функции, а здесь именно таким способом ты меняешь дисплей.
Ну окей, решили так, так хорошо. Размер аккумулятора составляет 260 мАч, и от одного заряда, как я уже говорил, они работают 7-10 дней при полной нагрузке, когда у вас включены все датчики, и измеряется пульс постоянно, и время сна измеряется. Короче, полная нагрузка. В часах нет GPS-модуля, а с телефоном, на который вы установите программу для того, чтобы общаться с этими часами, вы будете коннектиться при помощи Bluetooth 4-й версии. Не 5-й, а 4-й. Включаются эти часы при помощи нажатия клавиши. У нас загорается наш циферблат. Таким образом мы можем выбрать один из 4 циферблатов. Здесь крайне мало настроек, я бы сказал, даже вообще в часах практически нет никаких настроек. Если сделать свайп слева направо, мы перейдем в менюшку, где у нас есть измерение пульса. Здесь также есть спортивный режим, бег на улице. Причем, что самое интересное, у этих часов есть определенная многозадачность. То есть можно включить бег на улице, спортивный. Здесь у нас бег на улице, ходьба, пеший, даже альпинизм, есть велотренажер и так далее. Плюс есть сообщение, то, что вам прилетает. Вот, например, из Gmail мне пришло сообщение, его практически невозможно прочитать, то есть только тема и больше ничего. Ну, как бы, очень уменьшенный вариант, секундомер, отсчет времени и настройки. Настройки крайне маленькие, здесь только яркость. Здесь также QR-код для того, чтобы скачать приложение, ну и включение часов. Собственно, и все. Это весь функционал, который есть в часах. Двигаемся направо. Здесь у нас есть информация о том, сколько мы прошли, количество шагов, километры, калории и так далее. Не могу сказать, что на самом деле подсчет достаточно точный, но вполне себе нормальный. И здесь есть информация о сне. 1,5 часа сна. Также информация о самих часах, версия прошивки. Ну, собственно, и все, что нам нужно здесь. Музыка, секундомер, отсчет времени, настройка. Музыку вы слушаете, соответственно, с вашего телефона. Ну и управляете ей. Здесь есть минимальная многозадачность, то есть если включить секундомер, нажать, то можно из секундомера, вот, можно выйти из секундомера, побегать по нашим циферблатам, а потом вернуться в секундомер, что в целом хорошо, вам не нужно постоянно быть на этом экране. Часы не реагируют на постукивание, они реагируют только на нажатие единственной кнопки, которая находится сбоку, тогда они загораются, и тогда мы с ними что-то можем делать. Приложение для этих часов называется H-Band. Здесь на главной странице показаны шаги, также количество того, сколько вы сделали шагов. Прикольно, что она показывает каждый час, сколько вы сделали шагов, и если вы бежали, то есть значок бега. Это прикольно. Также, если зайти в раздел «Сон», ну вот я сегодня не спал, хотя уже 6:28, зато я спал вчера, количество сна нормально. До этого было количество сна великолепного. Я спал с 0:30 до 10:20. Это было очень круто. Глубокий сон почти 6 часов, а так длительность 9 часов. Ну и пульс тоже можно посмотреть каждый день, что у вас было. Опять же, вот активно занимался я спортом, играл в хоккей, здесь я шел, стоял, бегал и так далее. Короче, тоже вещь достаточно полезная. Здесь можно запускать бег, ну и здесь есть у нас настройки, наверху настройки самого устройства. Их крайне немного, здесь даже нельзя не настроить никаким образом дисплей, чтобы, например, он отображался, ну, какое-то время, потому что ты включаешь часы, они горят секунд там 5, наверное, и все, после этого выключается. И ты никак не можешь сделать так, чтобы они горели там, не знаю, 8 секунд. Это, честно говоря, печаль. Здесь можно отметить уведомления, из каких приложений нужно, чтобы вам прилетали сообщения. Пульс, настройки малоподвижности, чтобы вам устройство говорило о том, что, эй, чувак, подвигайся. Можно здесь обновлять прошивку и так далее. Но, на самом деле, функционала крайне немного, с одной стороны. С другой стороны, его хватает для того, чтобы пользоваться часами и в них не запутаться. Спортивные цели, сны, единицы измерения и так далее. Короче, скачивайте это приложение. Есть инструкция, в инструкции есть QR-код, при помощи которого можно скачать. Ну и в целом, если просто зайти в Play Market и написать Blackview X1, то в целом мы сразу попадаем на это приложение. Ну что, друзья, вот они, недорогие часы, которые смело можно купить себе, можно купить своему ребенку и не переживать, что он убивает часы, которые стоят там 10-12 тысяч рублей. В целом, в моем представлении, они практически полностью отвечают всем необходимым функциям. Понятное дело, что с них особенно нормально не почитаешь уведомления, ни на что там не ответишь, но зато время показывают, сердце измеряют, количество шагов измеряют, они металлические, в них можно купаться, они вибрируют, когда вам приходит сообщение, они вам сообщают о
том, что вам звонят. Что еще нужно? В моем представлении за эти деньги 3-4 тысячи рублей самое оно. Еще расскажу, что внизу есть ссылка в описании. Переходите, если вас заинтересуют эти часики, приобретайте. Ну а я, как всегда, максимально честно постарался рассказать вам о гаджете, которым пользуюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Мы с вами встречаемся каждый день здесь на канале Честный Блог. Меня зовут Фил, ни в коем случае не болейте и пока.